Всем привет, с вами пользователь G4 Зима. Сегодня, 30 марта, пришла вот такая огромная посылка, и я уже знаю, что здесь. Это рубрика технических товаров, и давайте же распаковывать. Итак, о посылке. Посылка шла мне 19 дней из Китая. Ее стоимость составила 50 евро 29 евроцентов. Итак, давайте же посмотрим, что здесь. Итак, здесь мы видим, так, открываем, так, угу. Так, нет, хотел бы извиниться перед своими зрителями, посылка эта стоит совсем не 50 евро 29 центов, а всего лишь 11 евро за все три устройства. Итак, давайте же будем смотреть, что в них. Ошибся с другой посылкой. Итак, значит, пришло таких три коробки. Вот, и сейчас будем по очереди их вскрывать. Вот. Так, значит, здесь вот такая акустическая. Стопы, вот такая акустическая система, будь то для телефона, будь то для ноутбука, вот, и как-то так. Так, значит, все они одинакового цвета, контур по окантовка красная, корпус черный и вот серебристая сам динамик. Вот, значит, вот так вот. Значит, колонки брались самые дешевые, самые простые для не повседневного пользования, а, так сказать, от случая к случаю. Поэтому, так сказать, на качество не особо обращалось внимание. Нужна была низкая цена. Вот. И вот еще одна вот такая же упаковка. Так, ну сейчас попробуем проверить это, затестить. Так, ждем по очереди. Значит, сейчас для этих целей беру ноутбук. Так, беру ноутбук. Секундочку. Ожидал просто совсем немножко другой товар. Пришел вот этот. Так, секунду. Так, включаю сейчас это и подсоединяю. Так. Так, что касается длины провода, длина провода не совсем большая, но терпима. Так, вставил внизу. Сейчас. Хрипят. Так. Так, теперь эти мы проверили. Проверяю следующую пару. А Юле не достанется. Так, достаю вторую пару, проверяю. Спасибо.
Так, вторая тоже работает. Так, и последний, третий комплект. Вот, проверяем. И вот, все работают, все три работают. Ну вот, в общем, вот такая вот распаковка посылки на сегодня. Кому понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Три колонки, три пары, все работают. И, в общем, самая дешевая цена. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Может быть, кому-то интересно качество. Ссылка на продавца будет под видео. Всем пока-пока.